Во дворе дома его владелец организовал несанкционированную торговлю. Таким образом, были выявлены нарушения в сфере продажи алкогольной продукции. Весь алкоголь, а это более 500 литров, оказался контрафактным. Он был изъят и отправлен на экспертизу. Если эксперты признают его опасным для здоровья, будет возбуждено уголовное дело. А пока составлены административные материалы. В результате проведенного рейда количество составило изъятие водочной продукции 465 литров вина, 95 литров чача. Соответственно, были привлечены к административной ответственности виновники данного факта.